Многие ли из нас умеют танцевать вальс? Наверное, среди современных молодых людей таких и единицы. А ведь вальс, или, скажем, танго, такая же неотъемлемая часть культуры военных лет, как сегодня хип-хоп. Идея дополнить военную реконструкцию культурной частью родилась еще год назад, в канун 70-летия Победы. Это были танцы тех годов, 41-х, 45-х. Это была мода тех годов. И совместно со спортивным физкультурным центром Кубинка мы решили объединиться. Они отвечают за военно-патриотическую часть, а мы за культурную часть военно-патриотического воспитания или со временем кадетского воспитания планируем. Сложность вальса в правильном исполнении шагов. Дело в том, что для изящного и быстрого прохождения поворотов, делающих пару по-настоящему воздушной, требуется исключительная синхронность и четкость движений. Добиться этого непросто, особенно если на тебе кирзовые сапоги. Но ведь наших-то предков в победном 45-м это не смущало? Ребят, мне надо, чтобы вы прошли буквально полкруга. Мне не надо, чтобы вы это делали в полной мере. Просто рисунок. Все понятно или с кем-то персонально надо пройти? Ребята, на удивление, охотно разучивают танцы 40-х. Такое ощущение, что на генетическом уровне все эти знания у них уже есть. Нужно только чуть-чуть помочь им вспомнить то, что скрыто в глубине родовой памяти. Кстати, танцы – это еще не все. Предполагается дефиле мод военного времени, костюмы к которому кадеты готовят сами. Полностью же культурную программу планируется показать 7 мая в Кубинке. Если получится, то 9-го ее смогут увидеть и в Одинцово. Сочетание военной и культурной составляющих наставники расценивают как пролог к будущему полноценному кадетскому воспитанию. Одной из целей этого проекта является культурно-духовная часть. Не просто научить танцевать, но через культуру передать дух того времени сегодня подрастающему поколению молодых мальчишек, ученых, нашим будущим, не только защитникам, но и государственным деятелям. Не стесняюсь, скажу. Важность культурного блока военно-патриотического воспитания имеет и еще один важный момент. Именно от этих ребят среди сверстников, как круги по воде, расходятся хорошие и правильные волны любви к своей родине, к ее традициям и великой военной истории. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».